в связи с дачным сезоном мне хотелось прочитать стихотворение Дмитрия Кедрина «Приглашение на дачу». Итак, приезжайте к нам завтра, не позже. У нас васильки собирай хоть охапкой. Сегодня прошел замечательный дождик, серебряный гвоздик с алмазной шляпкой. Он брызнул из маленькой тучки и шел специально для дачного леса. Раскатистый гром, его верный попутчик, над ним хохотал, как подпивший повеса. На Пушкина в 9 идет электричка. Послушайте, вы оправдаться не вправе. Кукушка снесла в нашей роще яичко, чтоб вас с наступающим счастьем поздравить. Не будьте ленивы, не будьте упрямы, пораньше проснитесь, не мешкая встаньте. В кокетливых шляпах, как модные дамы, в лесу мухоморы стоят на пуанте. Вам будет на сцене лесного театра. Вся наша программа показана разом. Чудесный денек приготовлен на завтра. И гром обеспечен, и дождик заказан.